Привет, с вами Денис Мейджер, и сегодня я хочу рассказать о двух играх, которые выходят для PlayStation 4. Почему именно о двух? Да потому что эти игры выходят одним комплектом по цене всего 2300 рублей, то есть две игры вы получаете по цене одной. В чем подвох, спросите вы? Ну, подвох в том, что, в общем-то, это игры с PlayStation 3, и они уже давно были выпущены, кто-то в них уже успел поиграть, но если у вас не было PlayStation 3 или было, но вы хотите переиграть в эти игры с улучшенной графикой, то, пожалуйста, PlayStation 4. Итак, первая из этих игр — это Heavy Rain. Игра относится к жанру интерактивное кино, ну, собственно, это даже не совсем игра. Сюжет представляет собой мрачное расследование жестоких убийств десятилетних мальчиков. Короче говоря, ничего веселого от этой игры не ждите, но дело не только в этом. Когда вышел Heavy Rain еще на PlayStation 3, многие говорили, что это кинцо за 2500. И, в общем-то, оно так и есть, это действительно кинцо, где вам практически ничего не надо делать, только чистить зубы. Вы играете с одного из четырех героев, один из которых отец мальчика, которому как раз надо найти своего сына как можно скорее, пока тот не утонул. Но не буду больше рассказывать о самой Heavy Rain, поговорим о переиздании. На PlayStation 4 игра выходит в разрешении Full HD, и в общем-то это все, что они сделали с игрой. Немножко добавили постпроцессинг, но, например, даже не увеличили частоту кадров до 60. Также в игре фактически ничего не перерисовано, не переделано, и в общем-то вы получаете тот же Heavy Rain, в который играли все тогда. Он и тогда-то выглядел не очень, ну а сейчас так тем более. Вторая игра от той же студии Quantic Dreams и в похожем жанре называется Beyond Two Souls. Тоже выпущена была эксклюзивно для PlayStation 3, и честно говоря, я в нее не играл. Почему я в нее не играл? Ну, в общем-то, из-за Heavy Rain. Когда я прошел Heavy Rain, я подумал, а сюжет-то, в общем-то, интересный, не пройти ли его снова, но я понял, что игра абсолютно не реиграбельна, да и, вообще говоря, не совсем-то это уж и игра. Однако, когда я начал проходить Beyond Two Souls для PlayStation 4, я удивился. Если в Heavy Rain геймплея фактически не было, вы просто вовремя нажимали на кнопки, ну, так называемую QTE, то в Beyond Two Souls появился геймплей. У главной героини игры есть некая призрачная сущность, неразрывно связанная с ней по имени Айден, и этим Айденом вы сможете даже вполне себе управлять. Игра разбита на множество глав, сюжет которых перемешан, примерно как в фильмах Кристофера Нолана или Тарантино, то есть идет непоследовательно. Хотя, кстати, в версии для PlayStation 4 появилась возможность играть в хронологическом порядке, но я вам этого настоятельно не рекомендую. Захватывающий сюжет, много экшена, чего, например, вообще не было в Heavy Rain практически. И что интересно, очень хорошая графика даже по современным временам. Они тоже не сильно много изменили, там тоже добавили постпроцессинг, больше теней, все дела. Но суть в том, что даже оригинальная Beyond Two Souls на PlayStation 3 выглядела довольно круто. И на PlayStation 4 она выглядит как родная, а не как игра, пришедшая к нам из каменного века. Но, разумеется, главное это не только графика. Я настоятельно рекомендую купить вам комплект Heavy Rain и Beyond Two Souls за 2300. Если вам не понравится Heavy Rain, вам точно понравится Beyond Two Souls и наоборот. Да, я знаю, многие со мной не согласятся, многие считают, что Heavy Rain это круто, а Beyond Two Souls это, ну так, что-то у них как бы не получилось. Но я считаю точно сюда наоборот, потому что Heavy Rain, ну да, это неплохой сюжет, и было бы круто, если бы они сняли кино. Но послушайте, игра заставляет меня идти чистить зубы и не отпускает, пока я не почищу их нормально. Эй! Я уж не говорю о том, что чистить зубы надо после завтрака, а не до завтрака. Смысл чистки зубов в том, что ты счищаешь еду, оставшуюся на зубах, понимаете? Ну и, конечно же, весьма странное поведение отца мальчика. Потерять ребенка в торговом центре по глупости, потом позвать его, когда он находится на той стороне дороги и не видит, что происходит вокруг. Да что это вообще за бред? А когда к нему потом, уже спустя 2 года, приходит другой сын иногда погостить, он ему не может предложить ничего лучше, чем холодную пиццу в холодильнике. Не, ну чувак, ну позвони хотя бы, закажи пиццу по телефону, тебе горячую и вкусную привезут. Чё за херня у тебя лежит в холодильнике? Как молодой отец, я не могу понять такого раздолбая, и мне очень сложно ему сопереживать. Beyond Two Souls, с другой стороны, действительно много экшена, много нестандартных ситуаций, которые, да, тоже круто смотрелись бы в фильме, но здесь нам дают ими управлять. Вы не просто доходите до определенной точки и там начинаете нажимать определенные клавиши, которые всплывают у вас на экране. Вы действительно управляете, вы действительно решаете эти задачи. А главное, на PlayStation 4 ввели такую фишку, чего не было, кстати, на PlayStation 3. Каждый раз, когда вы проходите какой-то эпизод, игра показывает вам, сколько еще людей во всем мире выбрало тот же путь прохождения, который выбрали вы. Да-да, Beyond Two Souls. Каждый эпизод можно проходить несколькими путями, и это отличается от Heavy Rain, где если вы просто чего-то не взяли, вы не получите нормальную концовку. Нет, Beyond Two Souls фактически даже как в какой-нибудь ролевой игре, но я не говорю, что это ролевая игра, не подумайте. Как в какой-нибудь ролевой игре, как вы можете выбирать, как вы будете действовать, убить, не убить, пожалеть, отомстить. У вас есть выбор, и это круто. Если бы это был обзор, то, пожалуй, игре Heavy Rain я поставил бы...
я выбираю между тройкой с плюсом и четверкой с минусом. А вот Beyond Two Souls пятерка с минусом, как мне кажется, вполне заслуженная. С вами был Денис Мейджер и первый взгляд на переиздание Heavy Rain и Beyond Two Souls для PlayStation 4. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео, и я жду вас снова. Пока!